Музейное дело хорошее. Чем больше музеев хороших и разных, тем лучше. Что касается конкретно этой затеи, то я полагаю, что если есть в создателях этого музея энтузиазм, если у них есть желание сказать что-то такое, о чем мы не догадываемся, восстановить какой-то такой утерянный период жизни Бродского, то флаг им в руки, я всячески за. Полагаю, что это именно тот случай. Пожалуйста, помогите этой квартире. Меценаты, Дягилевы, Морозовы, сегодняшние. Помогите, потому что этот музей необходим городу, необходим нам, необходим нашему будущему поколению. Если есть такая возможность в Санкт-Петербурге или в бывшем его Ленинграде собрать квартиру, открыть там музей, открыть место, намоленное, напитанное им, то это, безусловно, нужно делать, и все, кто может этому помочь, должны этому помогать. Берегите стихи Бродского. Помогите, чтобы в Санкт-Петербурге на углу Литейного и Пестры, рядом с церковью Спаса Преображенского, рядом, несколько шагов, был бы музей Бродского. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы и от чего мы больше далеки – от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди –